Ну вот сейчас посмотрим, где там бульдог протопал его. Что-то Шам куда-то поехал. Не знаю, куда он пошел. Сердце, что там с шаманом? Я хз, где он? Сейчас могу зайти в другой РК позвать. Напиши шаман. Что, он не в РК? Никто не РК еще раз, Кирилл. Я все зайду. Алло. Приветик, Славка. Привет. А что вы это самое... Давай этих ломоботов, потом я дальше БДК зайду нормальным танком. Ну, сейчас, погоди, вот этих убьем. Он же открыт, робот. Давайте, сделаем. Ну, мы пошли сразу тогда с ломобота, будем делать потом. Спасите меня, робота. Так, Войт, ну что, ты поддержишь босса, ладно? Ну да, придется. А то БДК там не проще будет. Кого-то нет. Тут трэш убить вроде надо, да? Ну, не знаю. Давай, нет, по-моему, не видит трэш. Ну давай будем бить. Надо бить его, конечно. Я тебе помогу, каску. Сейчас протопал пройдет, он все назад. Шам, ты в РК? Шан, ты в РК? Алина, загони его в РК. Где-то что там с шаманом-то? О, зашел. Зашел в РК, да. Потопал тут. В РК, короче, бафаешь каски. Если не платить, пихты. Сейчас холмоботов будем делать. Да-да, будем делать. Ну это я так людям сказал. Так, маг. Знаешь, да, что делать? Тут надо снять, короче, тринкеты, пушки, плащ. Вот. Выставить на панель кольцо льда первого уровня. И замораживать этих хломоботов, чтобы ты по ним урона не наносил. Что там еще снимают? Кольца, наверное. Да там просто кольцо первого уровня, я думаю, оно ж не сильно дамажит там совсем. Ну, смотри, он его просто будет юзать очень много раз. Если он будет юзать первого уровня кольцо льда, он может шмот не снимать, то они там хуйню бьют. Он не хуйню бьет. А, ну окей. Понимаешь, Джим, я надо первого уровня, значит, кольцо поставить. Бульдог, слышишь меня? Бульдог. Первого уровня кольца льда выстави и первого уровня, блять, что же там
Конус, конус, наверное, да? Конус, да, да. Короче, бульдог, будешь бумботов подбивать. Я тебе буду ставить метку. Тысяч до 15, наверное. Смотри, они взрываются, когда у них пол хп. Пол хп они взрывались. А, пол хп. Бля, ну значит, будем. Их копить. Вообще, наверное, не надо подбивать. Там в конце, знаешь, как сделаем? Просто поставим метки на них, и каждый будет бить свою метку, и тогда они рванут вместе все. Ну там их, там еще у них хп мало, их не надо будет всего подбивать. Да, там в них два коста, они уже взрываются. Ешьте рыбу, короче. Лапа кто-нибудь даст? Есть кто-нибудь лапа? Этих хломоботов и бомботов никто не бьет. Не, вообще трэш никто не бить не будет. Будем сначала собирать, потом говорить его подбить. Вот я с Церцеей, с Престом фиряем, короче, их всех. Маг замедляет с хантом ловушкой. Все готовы. Если все готовы, тогда пошли. Так, а сердце мы вообще там бить не будем, да? Или надо его бить? Да, не. Будем просто... Давай, гуляй его. Гуляй. На пульте, на вара. На вара на пульте. Мне что собрать? Вар, ты полегче с огромным ног. Просто сильно не всекайте пока. Но будем ждать. Бери, Войт. Мне что ловить протопал? Потом ты пока будешь просто бегать, пока большой трэш. Отойди, а ты с черной меткой. Сейчас сосет. Лишь трэш просто ловить. Все, пойдем фирять трэш. Большие мама будут выходить. Вот лови протопал слева. Слева смотри. Этих лови большого заливаем, а остальных не трогаем. Не надо, бульдог, вообще не подбивай. Проводил отдох. Большой трэш убивайте сразу все. Слева идут у меня КД. Снимайте, снимайте трэш. Кран пета поставь на мобил этого. Отключи пета. Вы которые ближе к боссу, блять, тоже контрольте. Так контрольте, хант, лужи расставляющий. Думайте, как бы, что надо один фиг водить его. Которые у босса близко шли, вот мне же как-то надо проводить. Если вообще никак, вот там, блядь, хомобот исчезает. Блядь, подойдите, дайте новую. Бегайте рядом с боссом и тут ширяйте. Останавливайте, замедляйте. Кирка пока ДМ пытает. Смотрите, надо переводить, когда он не у кучи будет. Сейчас пока 67%. Вот там в краю комнаты где-то. Давайте, сейчас сюда их немножко... Захиливайте Вайдата. Сейчас... Сейчас нас присосёт к бульдогу. А чё, работает что ли, присоска? Сейчас пусть они немножко сюда пройдут. Чёрная метка. Потом я пойду к тем воротам. Вот. И как к воротам пойду, переводите. Сейчас пока не переводите. Вон, фломоботы, которые близко к боссу, и дайте нового. Уйдите вперед меня к воротам, кто-то у вас чар сейчас. Ладно. Что-то в бомбу. На фокусе отойдите. Вот теперь переводить босса надо. Здесь. Давайте секите. Идите ногу дайте там еще чуть. Только в случае, если они близко подходят. Вот когда он стоит, кастует вот так обязательно. Вот, переведи. Вот, сейчас еще выйдут, давайте. Контрольте. Я здесь пока контролю. Смотрите, вот мне сейчас надо его вести, кинь на меня метку, чтобы они видели, кто вводит босса. Новые правила!
Вот мне надо вести, из кучи сейчас боссы это лезут. Подойдите сюда снова и кто-то, дайте контроль. Мне надо уводить, вон там все подходят. Дай, ма, кидай кольцо. Сука стоит. Блин, они попадают. Блять, а чё он стоит, а? Ну, потому что он всегда стоит так долго. Там 20, да, холмобот? Ну да. Мы с первого сейчас тут надо... Слейте, короче, слейте вот этого трамбовщика. Будем прист, вот тут, дайте сюда, дай фер. Вот здесь вот этим дай фер. Сейчас пока маги с хантом раздуплят, так контролят. Видите, они, блядь, идут за мной. За боссом. А не нужно, чтобы хламоботы до него доходили. Они съедаются и исчезают. И это хуёво. Бульдог тут, в РК? Да все в РК. Бульдог, у тебя есть маг? Тебе нужна, когда приставит эта хуйня? Бля, это хант есть? Хватает контроля, блядь. Да, чуть-чуть. Так, сколько их тут есть уже? 12, по-моему, их есть сейчас, бегает. Да, хорошо, если 12. Ну, я не знаю, выйдет ли сейчас 8, я даже не знаю. Ну, пробуйте переводить на 25. Подхит. Вот видите, они сейчас идут, и имейте в виду, с 4 куч пойдут они. Переводите босса. Вот где я ближе к какой куче, ту надо сразу контролить, потому что выйдет этот фомобот, и он будет долго стоять сердце. Попробую, блядь, дальше вести. Сука стоит. Вот, блядь, где-то вот сердце, наверное. Или обратно вот здесь у ворот. Вот сейчас новую тем давайте, и вот ближняя куча к боссу сейчас. Здесь фиры и хуиры, вот эту хуйню, потому что они, блядь, сейчас пойдут в него сразу. Вот, давайте новую там, или что, вон они, куча бежит. Вот, отлично. Вот здесь здоровый. Пал, забери, вот здесь здоровый. Еще 10 секунд. И, блядь, как-то пиздец надо делать. И вот, смотрите, еще здесь, где я звезда, тут пойдут тоже хламоботы, вот они два идут. Ну, сейчас, наверное, войд, после этого надо будет сводить их где-то как-то в центр. Это, думаю, достаточно. Контроля маловато, бля. Вы сейчас будете заходить на посол, блядь, не хуй знает, на хан. Ну, блин, хан, зачем ты убил его? Сколько там, посчитайте? А там, короче... Ну давайте закручивать, чё, вроде больше не будет трэш, да? А да тут их мало, ну раз, два. Должно хватить, надо закручивать. Пробовать, нет, и будем падать. Босса не бей. Их тут 17, а, 18, 18. 18, ну это хуёво, надо падать, значит. Да, давайте падаем. 20 надо, 20 надо, дох. Не хил. А. Блин, там хан двоих убил, одного просто в ближнем бою, вот так, и одного пет там вначале завалил. Еще два, по-моему, в босса вошли, или три, типа того. Ну, надо, ну, сейчас, сейчас будем лучше контролить. Останавливается вот эту хуйню потоптать, короче, вот увидели, да? И останавливается на 30 или 40 секунд, когда сердце выпадает, если переход. Вот, допустим, 75% первого перехода сердце выпало, да? Мы его держим у ворот, там вот где портал. Вы ближние вот эти кучи, они должны быть законтролены там. То есть блок с листом подошли с фантом к одной куче, маг в другой. Маг один законтролит новый всех набор. Вот, а дальние кучи, пускай они идут,
Вот, и потом моя задача проскочить между этими мобами к двери. Самая хуйня, что когда я босса веду, ну, второй маг тут вообще бы не помешал. Вар, а у тебя есть хант там или маг? Может тебе это о чем нужно? Я могу на мага зайти. Если можно. Ты кто? Протопал. Раньше не будет. Ну тут вот эти вот здоровые мобы, которые выходят, их же можно поферять, в принципе, и завалить без танка, правильно? Давай, я попробую. Еще фериться. Может их нет? Тут... Мне там сильно не бьют, их вот можно и вар забьет. Сейчас вот, вот там, видишь, вар пишет, там пофиг сколько ГС, там надо, все равно первый левел, да, только да, надо давать и все. Кто-то фонит. Это, а мобов тех вы же сливаете, сколько у них там хп? Я в принципе могу поддержать 300 хп там. 300 хп там. А, ну вот. Ну вот этих больших ты имеешь в виду, да? Ну вот, да, вар да, зайдет сейчас даже. Маг в идеале на этом боссе делает фрост спек и замедляет кольцом и замедляет своим петом. Это вообще охуенно. Спроси, может у него есть фрост спек, и вот этого мага спросите. Я могу заходить. У меня это второй спек, но не такой. Я его... одна сторона, она контролится на ура. Скажите мне, какие таланты поставить, я сделаю. У меня не раскиданы таланты в втором спеке. Похуй какие таланты, но главное пета обожать на один раз и пиздец. Кого тебе ставить? Ну смотри, там во втором спеке там прикольно то, что там, по-моему, в самой первой вот этой строчке талантов вкачивается снижение КД на это кольцо льда и на конус. Вот, ну и вкачай все очки там, типа, в третью в эту ветку, в лед. Пофиг, там тогда уже точно все будет. Элементаль тебе главное, чтобы был. Символ на элементале, если он бесконечный будет у тебя. Это... Ну, дадите, я сделаю. Или нужно полететь, купить. Я тебе верну голды дам. Купишь, я тебе верну голду. Да у меня мало. Сейчас, да. Еще анонизмом можно позаниматься арканом и замедлением. Тоже нормальная тема. А этот пет... Вот этот пет у мага, который он... Он же сам ДДш не будет? Ну, надо там тоже поставить? Его можно поставить на босса, чтобы он босса бил. А когда он кольцо будет кидать, ему похер, он также босса будет продолжать бить? Ну, этого не знаю. Я не знаю, я просто за мага не играл никогда, и не знаю, как у них все петы работают. Как он там символ называется на пета, не помните? А сейчас я посмотрю в атласе. Тыкните. Подождите, я куплю. Символ элементаля воды... А, нет, подожди, не то. Мне кажется, что это было бы слишком читерно, если бы он был бесконечный. По-моему, такого символа нет. Да блин. Сука. Да с тем символом. Ну, мне тоже кажется, пофиг. Ну, хватит того, что ты кольцо будешь просто кидать, я думаю. Качай побольше очков в Frost ветку. Вот, смотри, символ из вечной воды, смотрите. Вот он. Время жизни признанного вам элементаля воды теперь не ограничено, но при этом он не может применять способность холода. Холод это чё? Это как раз заморозка вот эта. Заморозка. Талант так качается, он будет просто то, для чего он и нужен, собственно, чтобы эту заморозку кидать. Что, не покупать тогда? Не, не надо. Ну и чё, и давайте вот кучи вот эти 4, да, давайте их распределим просто. Ты главное поставь на панель первого левела конус холода и первого левела кольцо. Ну конечно. Начни маг вот этого, вот
переохлаждение на пятерочку. Да будешь конус льда юзать, они будут дополнительно еще замедляться. Блин, я не помню, какие-то таланты. Хватит. Вот эту фигню можешь вкачать тогда, когда там босса уешь, да, у тебя будет этот щит сбиваться, и все, кто рядом, будут примораживаться. Да, да, кстати, вот эта тема вообще охуенная, вкачивая. Вот это все верно сказал. Кольцо льда и конус, да? Да, только первого уровня. А посмотри, сколько оно там в цифрах бьет. Прочитай. 3. 3? 33. А, вообще офигенно. Ну там же СПД как бы добавляет еще урон. Ну ладно, бафайте и давайте попробуем. Да. Баф и каст. Блин, мне через 1.5 часа уходить уже. Давайте хоть эту ачиву сделаем, она трудная. А, и пацаны, я вам не ЛПшки, я вам не ДК. Босс должен подойти и меня побить секунд 10. Потом будете бить и все успеете. Не срывайте, я говорю, это не надо. Это про товар, ему нужно, чтобы его били. Потому что ярости никакого нет. Ты мазохист, да, ой. Ну да. Ну что, бафы есть на всех? Инту еще. И, ай, да, инту дайте. Приста баф тоже. А, приста есть. Баф магу еще. Что-то он устал не двигаться. Замерз. Не двигаться. Анту. Вот такой ужасный фон просто. Что все тут? Да, все тут. Да, вы. На пули новый. Так, я пойду помогу вот этому магу Анатоличу. Босс сразу к воротам пойдет, пока он будет сердце это лежать, я сразу туда убегу. Все, смотрите, молот. Тогда я лучше вот здесь вот по контролю. На меня дай метку и на магов желательно. Я один танк, да? Так, сейчас большой танк могу забрать. Нет, почему? Пал еще есть. Протопал. Пал большого танчика. Смотрите, к кружку побежит босс. Второй большой. Все. Снимайте больших, снимайте больших. Сейчас я буду пробовать проскочить, смотрите, где мне проще будет. Не знаю даже. Вон там, смотрите, кучка идет с бомботом. Морозьте его. Да, я ферну сейчас. Угу. Я буду, ну, к воротам, к лестнице. Убивайте, сливайте дробовщика. Пока не переводить ничего там, это самое. Серсей, не бей. Слышишь, не бей. Мне агро надо понабирать, я просто бегаю сейчас. Вот, я еще медленно играть. Это мы его подхиливаете иногда. Может я переагриваю? Не, не надо. Хочешь?
Что-то вот это мы уже много снесли вообще. Так, надо опять к воротам идти. Пока не бейте. Главное, когда перебудите. Не бейте, не надо огромно. Значит, смотрите, сейчас поведу. Так. Я веду к воротам. Вот сейчас у ворот будем переводить. Ну давайте. Давайте допоесть. Ты потом куда поведешь? Ну, где можно будет проскочить? Я не могу видеть всю карту. Не знаю, где могу будет. Где я буду идти, там нужно будет замораживать. Я вот здесь по контролю. Вот, переходка. Вот чтобы они сейчас к боссу не дошли, дайте ногу. Вот видите, они к боссу подходят. Маг какой-то пусть тут останется. Пойду вот сюда, потому что туда я не знаю. Вот тут можете дать фиры какие-то, ну что-то, я не знаю, новую. Ну лучше пусть этого одного съест. Я потому что не знаю, как проскочить тут. Главное, тут два так взять. Он еще съел. Ну, пробую. Смотрите, где они идут, там вам виднее просто. Вот они близко, которые подходят. Вот чарку, блядь, на бег включать. Главное большого добейте. Лучше он кипит. Стоит босс. Дайте хламоботу вот контроль. Ну сейчас пока позакручиваем, надо позакручивать их. Пока босса не бейте, мобов надо понаебывать. Их тут 14 и один у него совсем мало здоровья. Отцу попробуй выкинуть маги. Сейчас, короче, не переводить. Попробуем их немножко здесь подождать. Когда они сюда подойдут, я поведу его к лестнице. Обратно. Вот, и здесь вы им дадите новую. По очереди. Желательно. Где переводим? Ну, не здесь пока. Сейчас они близко уже. На лестнице. Вот сейчас пусть еще подойдут пока сюда. Чтобы им дальше было туда идти. Потому что сердце долго будет лежать. Блять. Все. Давайте уже новую сейчас. Постараюсь вести их к лестнице. Кто-то вперед меня забегит. Кто может. Ладно. Хотел чаркнуться. Там одного 470 хп, блин. Переводите босс. 15 их там, 15. И помните, что их надо не убить, а надо, чтобы они умерли от взрывов вот этих бум-ботов. Дайте им новую, прям сейчас, новую. Я не знаю, как что делать, надо уводить что ли, еще. Сердце будет бежать. Давайте еще к воротам отведу. Не бейте, сохраните. Сейчас немножко подтянутся сюда, не бейте. Все, буду уводить. Шаш, у меня, давай делай. Сейчас он закончит, там пойдет ко мне и к воротам. Вот там, где они сейчас находятся, дайте им новую. Сука, замедляет, пиздец. Что, переводим, да? Нет, как отлучи отойдет к воротам, так переводите. Пока не сильно бейте. Сейчас 5%. Сейчас он дойдет до ворот. И потом был шанс выйти. Дайте им сейчас ногу. Вот давайте переводите. Ну вот дайте.
все, стопните, он переведен. Все, он переведен. Мобов контролить. Мак один, останься в центре, чтобы этих контролить. Смотри, а мы пофиряем. Смотри, вот куча на меня метку, и вот где я, где эта метка, нужно законтролить хомоботы, вот они идут. Вот. Это нужен. Вот Force Mac стоит тут, а другой там стоит. Бумбот похуй, пусть идет. Но вот эти, чтобы не слились с ним. Я попробую провести его сюда, вот где я звезда. И эти тоже, давай инфиры какие-то. Так, посмотрим. Вот, хорошо, проскользнул. Теперь я веду к лестнице. Так, сука. Да раз. Идут, заебали. Вот, пробую что-то делать, но я не вижу, сколько их считаете пока. За мной идет, я замедлен. Ну, смотри, идет, идет. Не убивайте, хламоботы. Не убивайте, не убивайте. Тут. Сколько посчитаете, может, 20? Да, должно быть 20. Так, ну теперь пробуем закручивать. Не домажьте мобов. Будем закручивать. 20 есть. 20 точно есть. Не снимается, это такая уе хуйня, блядь, замедление пиздец. Я уже фридом пробовал тебе давать. Давай, чарж. Начинай расставлять метки на бомботов и говори, кто какой бьет. Так, короче, круг. Сколько у них там? Пол хп, да, блядь? Да, им сносишь пол хп, и они взрываются. Нет, нет, подожди, это надо делать, чтобы каждый бил своего, и все они рванули разом. Блядь, вы же пират, блядь. Смотрите. Морозьте их. Что там, они хоть централизуются, не? Нормально получается? Ну вот они надо, блядь, не вижу никого. Сейчас вот этот один подойдет. Беги вперед, беги. Давайте, боите. О, найс. Нихуя себе, ебать. Я даже не видел, что вы сделали, и я чего сделали. Войт, поздравляю тебя, блядь. Спасибо большое. Десятки только 10 стражей. Берса, 18 секунд выгодает. Быстрее, Берса, бейте. Шаман, дай гер, дай геру, может. Меня хитрый сильно. Дайте каплю заранее. Я ШВ отдам по Берса. А успеем, слите же. А, все, успеем. Да, заебись. Брат, все. Всем спасибо, и вот про товар может, блядь, ломобота где танчит. Пойдемте дворфов пожарим. Все, да, пойдем. Зайду, сейчас я БДК зайду. Давай, хан, подождем. Спасибо за ачиву, ребятки. Спасибо. Да, да, Дима. Так, протопал, ты, короче, забирай на себя, как они называются? Страж вроде. Стражи, да. И никто их не бейте, их там ШП будет подбивать. Вот, и подбивай их там, ну я не знаю, до скольки там, до 20к где-то. 20к там. Можно меньше. 15-20. Маг может их контролить, если их сильно подобьют. Ну, если уже... Да. Так, ну что, мы не будем ханта ждать, так убьем? Не, пойдем так. Чекну на готовность. Убьем без его. Сколько жарить будем? Да сколько выйдет? Да, пару раз спустим, да еще. Ох ты, где ты? Кто-то делал последний раз 9 стражей, когда это было у вас? В 25-ке когда-то делали. 25-ке намного круче, 10-ка это пиздец. 10-ка не знаю. 10-ки не пробовал еще. У меня есть она. Запускаем? Ну, бульдока шикаши что-то. Ну, давай без его убьем. Ну, я могу подбить, у меня тоже есть это вытягивание жизни.
Подобьешь, значит. Все, давай, поехали. Сейчас что делать? Кого бить? Никого? А, там стражи не бей, часовые, бей. Часовые, мелкий трэш, только стражи не бьешь. Войд будет забирать всех. Не Войд, их Пал будет забирать. Ну, в смысле, трэш большой, лишний. Пал, а ты поставь. Будет забирать. А, да, все, Пал все правильно сделал. Да. Это, ты освободи протокол мне эту, третью ауру. Забирай стражи. Вон вышло три стражи. Так, забери еще одного. Часовых бить или нет? Часовых слив, весь остальной трэш сливаем, только стражи не трогаем. Бери, забери стражу. Подбивай кири до ластика. И не кайте, стой на месте, стой спокойно, танчи. Тройте одного стража. Убивайте, убивайтесь, да? Бульдо, взрывом разом обей, блядь, ретрика нету. Сколько им надо хп оставлять? 20 хабит. Меньше? Да, 20 оставить, она их не убьет. Чё там? Много трех. Ну, на этих я сделаю. Пал, бей вот этого, которого много хп одного. Оп, ё, 20к по мне критнулся. Подбейте кто-то. Надо запускать, наверное. Да, будем спускать, я уже не выдержу. Загорелось, сосей. Я ебал. Выше, осторожно. О, бля. Сердце я подбей там, а то 10к их, которые мало. А сам вообще не бейте. Так. Да, там много убили, у меня 6 было. Да мне надо было поменьше собирать. Да, надо запускать. Две пачки запускать. Я просто там... Ну, тяжело, наверное, за БДК трэш собирать и прист еще АФКшу.
Там вар сразу слег, потом я. Вар, конечно, влетел, блядь. Раньше. Спасибо. Я еще час где-то, ну может час 10 с вами буду, типа того. Как будет по времени? Черт, всю неделю хотел в Ильбис ходить, наконец-то собрались. Ну, бля. Да что-то сидел, бля, скучно. Думаю, попробую соберу минут 20, наверное, никто ж не писал сразу. Да, больше часа собираю. Потом уже, блядь, как начал. Вот у нас статик организовать на этого, на посланника, типа вот как-то позор, сейчас блядь, это просто. Да, ДФБ он делал. Да, они посланник не мешало, конечно. Ну они, блин, один раз ДФБ это сделали и все. Мы с учатом почти сделали, да. Это вообще тяжело людей собрать. Ну, в воскресенье сделаем с учатом опять. По-любому. Ну что, погнали? Все готовы. Все тут? Да. С ханта? Ну, он писал там 5 минут, а ФК его резал, не стоит. И стопов. Рудов, и стопов кинь. И через взрыв бей. Не знаешь, что такое взрыв. Бульдог, он пытается угореть одновременно. Да я вижу. Он еще, если бы мог, он еще и арену со мной бегал бы. Третий слот. В третье окно, блин. Давайте сразу. Сколько пускай вам еще будет пожарить надо? Ну, да, сколько раз получится? Пожарим. Мне это много еще. Не, ну не, много не будем. Вот два трэша, ну... Два трэша выйдет и будем сюда. Бульдог, подбирай это сразу. Я думаю, если до 20 подбить, то там остальное уже пал подобьет. Кинь овцу, маг, кинь овцу на стража. Пища стала. Еще разок кинь. Да вы не бейте. Да, блин. Еще разок кинь. Кидай. О, нормально. Все, не надо больше. Да не, еще хилов нету, бля. Надо стрэш сразу собирать, блин. Мы падаем или нет? Шаман хилит пока. По
отбивайте и запускайте босса. Да, еще надо. Бля, они. Слейте кто. Одного засчитал. Да, ну можно было убить. Падаем, да, нет? Падаем, конечно. Вы в трэш вообще не врывайтесь, пока там бот не разовьет лужу, пока они там все на нем не будут висеть. Бейте стражи, потому что вы бьете стражи, я не могу набрать агро на них. Зачем их сразу, они появляются, вы им сливаете до 20%. Док, умираю, чего? На нем диван. Док, сними диван. Сними диван, умри. Значит, будем после первой пачки сразу искать два моба, так два моба. Давай, да, так и сделаем. Тестите, пожалуйста, я отойду на две минутки. Спасибо. Блин, а все нормально. Дышь, кому надо. Да, тебе тоже. Спасибо. Так, пойдем, 9, что ли? Ну, а чё? А? Как поставь? Что 4 человека написали мне? Каденька, не... Пожалуйста.
Знаете, приставал, пошипал лапу. Ой, инту. Тут до церквей отходила. Прист, видимо, в РК заходит. Пойдем так. Пойдем запускать. Топ-тринка побед на этого, на посланника. На, у меня бисовый посланник собрал, только рейд надо. Будь убить. По паролю посмотрим. Ее отдаст. Убирай нас сразу. Не вливайтесь сразу, не надо, не вливайтесь, сейчас сагрите, сдохните. А, да, прист, не бей этих, как их, стражей, не бей их вообще. Убивайте вы их так сильно. Все, я подбил. Больше не надо. Будем запускать или еще трешку? А еще пушек нет. Мак, дай аукцион на печеньку этот, на ромпе на квадрат. Да, и подведешь под самую рожу. Подбивайте, подбивайте быстрее. Ромби подбейте. Кто их слил так нахуй? С детства. Блять. Дали похлевали. Ну, еще одного засчитал. Девять или нет? Или как? Всего девять, да. Прямо время. Собери. Только не убейте, не убейте, не бейте вообще. Кто знает, пускай подбивает. Сразу запускать их будем. Не пускай. Нет, пушка еще не готова. Еще будем трэш после него запускать. Я думаю, надо следующий трэш просто весь залить. Как вы думаете? А да, знаешь, сейчас точно не заберу уже. Вот сейчас он заберет, подбейте. И вообще уже запускает. Пускает. Быстрее. Она скоро снова взлетит. Вот только грамотно подбейте.
массой, только не пейте сейчас аккуратно. Пусть никто не бьет, пусть сейчас кто-то один останется. Вот где 20 до 10 подбейте. Вот, все. Убили? Ну, блять, убили, пиздец. Нормально, 4 за что? 4. А кому 25 надо было, да? Мне 6 еще. Ну попробуем еще что-то для себя пять. А еще добьет. Ну я не стремлюсь их все сейчас сделать, я так, сколько получится. А, так она суммируется за разные трай или как? Да. А, это вообще плохо. Он хил упал один. Дозор на 8. Один дозор на 8. Еще будет вторая пачка, и потом спустим. Сейчас как раз пушка здесь. Только надо сейчас разобраться с трэшем хорошо. Может сливать этот трэш уже? Один хил хилит. Заливайте оставшийся трэш. Того стража уже не трогайте. Что с тобой, да? Сейчас нормально так убейте. Забери вот этого с меня. Слуха забери. До десятки, до десятки. Там у кого-то много хп чего делает. Давайте побивать. Верить. Сколько? Фига. Что давай. А, блин. А давайте еще бить. Че, вы все начали? 25-ку что ли? Ну я, у меня 6 было сделано. То есть 19 сделано. Убивайте трэш, потому что нету одна, один хил только хилит. Сливайте весь трэш, сливайте. Ну 5 штук, давайте сыграем еще. Так хил один, маны нету. А, окей, все, давайте, ладно, пофигу. Если одно 5 штук можно отобрать и все, их держать. Ну, да, вот, да, пускай да, будут вот эти его. Пушки чем. Два пристагива на ману заебашь. Сейчас также еще одна пачка и потом смотрим. Должны, по сути, 5 зажарить. Ну, вот там мало, наверное, выйдет сейчас. О, нормально. Подзаберись, маны, подбивайте. Стреливайте. Ромбик подбейте в тюрьме. И агрон на нем только набирает, он согрется. Все, все, не бейте ромбик, не бейте ромбик, хватит. Сколько у вас там мобов? 4? Бейте больше. Все, не бейте вообще. Даже я сделал хуй. Давай, убивай. Я не по сути буду, я не знаю, что второй раз сделать. У тебя на варе, потому что, наверное, были. Ты же 25-ку вычти. А, это же 10-ку. У меня в 25-ке две чивы стали. Слезы и на Йоксароне это 9 стражей убить. Вот его быстренько завалим. Я не нахуй.
Тут это вообще легко. Не, ну идем, нет? Ну, куда? Давай попробуем, конечно. Куда, куда? Ну, на слезы. Пойдем, попробуем, не знаю. А можно там, ребята, слышите, можно там эту сделать кинетическую массу? Ну, это уже только от танка зависит будет. Ну, она легко делается, но это все равно, я еще раз говорю, это от танка только зависит. Нет, не только, это... Ну... Любой милик может таунт нажать, который заводит одновременно с... Там же 12 секунд всего. А, я видел, кстати, мальной... видео, где ты завары, по-моему, таунтил и заводил. Она легко делается, да, но просто там же у людей, кто-то говорил, там до 9 часов в частном времени передойти. До 7 или 9. Куда пойдем? Если сразу сейчас сразу пойдем на этого. На узлона. Пойдем тогда сразу на узлона. Дальше уже без меня пойдет. Так, пойдемте сразу. Зачем нам этого убивать? Пойду на минуту. Ну, можно сразу пойти. Я не знаю, вам нужен этот огненный? Да мне ничего. Может кто падает. Ну добейте тогда этих момов. Сразу на наклон надо. Кто босс, что там все делает. Тут тончить могут протопал, я и пиздец, и хан. Ну и холи пал. Чего в принципе хватит. Самое главное, это звезды быстренько разбить, чтобы было 4 дыры сразу. Спускаются эти созвездия. Вот. Меточки ты заранее обговорили, какие меточки там. Звезда, кружок, ромбик, например. И назначили, типа, протопал в это время танчит босса. Холипал, хант и я. Свои меточки. Я звезду, хант, кружок, холипал, ромбик. Меточки навешали и свои меточки таунтим и к своим этим дыркам. Там дырки. Разойдемся к дыркам и все. Погнали. На обосланника есть 26 или без разницы откуда. Ну да. Пушки 232 могут быть. Они могут там быть Ну да, могут, по-моему. Да, во всех гайдах написано, что могут. Ика можно, кстати, пухи. Ну да, 32, да? Да, на собачке с десяткой. Лестница там пусто.
А что там сейчас вайпаться не надо, чтобы эту кинетическую массу сделать? Не помнишь, когда с Пепером ходили, короче, мы сначала вайпались, а потом только это. Ну так слезы не сделаешь, что ли? Она очень легко делается. А смысл вайпаться? Ну хз, я помню, мы вайпались. Ходили, сначала заводили эти шарики, что ли, потом проще. Виталик помнит, может быть. Ну, проще говоря, у нас нету кучи ДК, которые там что-то в одно место притянут, и звезды сейчас вроде не стоят, и слов нету. Ну и, короче, делать только по тактике мы сможем. Не достаю слишком далеко. Вы этого убили, что ли, уже? Да. То или для горнов этого? Да не, мы его оставили. Да не будет здесь. Сердце есть. Я только с 25-ки, десятки нет. Вот этого вот ремонтника убейте, первый он стан мне дает. Да и падали долго. Чё ладил? 10 герц. Первый. Это новеньких, которых ты набрал? Ну как, да кого там? Один твинк, один новый. Ну, хант 5-6, типа в 1-5-6, что ли, ретрик. Он без ДБМ, оказывается, играет. Шо у меня не резнули, ребята? Я без ДБМ играю. Ну, он тогда в ноги играл. Куча же в интернете муиков было, как делать вот послание, как просто алгалоны. И вот снимают, как вот этот оборот открывается. Так, ну, протопал, ты знаешь, как заводить эти сосвисти? Легко. Вокруг дыр. Ну сейчас пускай он поставит плюсик и скажет что. Буду дырка говорить. Я просто вообще не шарю, как здесь с танками надо играть. Объясни мне. Я бы сделал бы спецу. И у него есть холипа, я бы пошел бы скорее, сделал бы себе. Там бы позаводил. Тут видишь, надо же за 12 секунд завести, или сколько там одновременно. За 10 секунд, по-моему. 10 секунд надо закрыть 3 дыры. 3 звезды надо за 10 секунд завести в дыру. А еще не сдохнуть. Да, еще босса убить. Да, босса убить еще не сдохнуть. Благо вселенной эту планету необходимо пересоздать. Так, и вообще слезы на еде делаются, если дебилов нет убить. Ну, так оно да, оно делается все вместе. Если... Ну,
первую мы точно сделаем вот критическую, в смысле под наблюдением то, что. Ну это просто убить его. У меня этот есть, как слезы. Не слезы у меня есть, у меня тут только критическая. Она мне как-то так тайна. Ну, главное, чтобы танки понимали. Ну или ты тогда, ты же хил, да, ты можешь тоже стаунтить. Сука, не вижу критической массы, блядь, своих ачивок. Слепой, что ли? А, вот она, ёбаный рот. В этом году, кстати, сделано 24 января. Прошлой неделе. А позапрошлой. Ствильный ходил, походу. Не, она походу... Ты первая начинаешь, Лой? Ну да. Когда переагрит? Она мне смотрит 4 стака будет. Погодите, ну ты что, протопал, знаешь, что делать здесь, да? А что протопал? Он, когда нам надо будет созвездие заводить, он будет босса танчить. Я уж босса буду. ДК будет. Окей. Дай мне ассиста, я попробую объяснить. Не знаю, он просто молчит все время, я говорю. Ты ассист? Вот смотрите, короче. Вот кружок, это дырка черная, как ловушка на лече, это такой вот черный портал. Ну, тактиком здесь все знают. Вот, я вот такой вот танк, и где-то там на мне созвездие, оно на меня бежит. Живое созвездие такое, которое как магии, типа, арканы стреляют, вспышкой этой. Вот такой вот примерно радиус у вот этой вот черной дырки. Фишка в том, чтобы завести созвездие и самому в дырку не попасть. Как это делается? Вот эта планета, допустим, это созвездие. Я вот такой, хоп, оно за мной бежит. Я что делаю? Вот так вот оббегаю и стою, блядь, и пиздец. И оно заходит, и пиздец. И дырка закрывается, созвездие исчезает, и портал исчезает. Фишка. Появляются 4 звезды, которые вы максимально быстро подбиваете. В идеале их не сильно далеко друг от друга надо сделать. Потом мы к ним подойдем. То есть надо заранее назначить. 3 человека только у нас в рейде могут. Протопал будет занят. Я, Холипал и Хант смогут таунтить. Это те, кто смогут на себя эту звезду заставить идти. Вот. РЛ или какой-то человек, который быстро метки может повешать, сделает 3 метки. Мы сейчас заранее договоримся. Это будет звезда, кружок и ромбик. 3 метки. Просто рандомно вешаешь на 3 созвездия. Моя метка звезда, я беру ее, таунчу, завожу. Метка Ханта кружок и метка Холипала ромбик. Пиздец, берете свои метки, таунчите, бегите к дырам. Если дырки мы сделаем близко, то мы охуенно легко эту чиву сделаем. Все, дальше потом надо будет босса убить. Вообще очень легко. За 10 секунд мы легко заведем. А если дырки в разных концах будет, мы можем заранее разбежаться, то есть не сразу заводить, это все тоже можно проговорить. Все, ну дальше можете и рылить. Самое главное от кары убегать и на суровом зайти просто в этот черные дыры. Если не заходим, ну, не закидывать черную дыру, то забежали и побегали в ней. Да, начинаем. Че, начинать? Да, начинаем. Да. Готово. Действия нелогичные. Тут топовое колечко, топовый перчик и топовый плащик. Пантеон да. Получит сообщение от наблюдателя. Запомнили свои метки? От Релла там или от Вуди, кто из вас метки повешает? Звезда, кружок, ромбик на живые созвездия. На созвездие я повешу. Блин. Не вешай звезду, звезду на звезду будет непонятно. Да, рот. Что, подобьешь звезды? Максимально быстро, одна за другой убивайте. Желательно их поближе друг к другу подвести.
Старые бежали, бежали. Также блин. А умер, что умер? Франк умер. Ну ладно. Попробуем. Как же быстро надо разбивать их всеми. Все, сейчас смотрите, гнезон отойдите. Стой, отойдите. Добивайте. Все, не разбивай. Кара в боссе. Кара бегет, кара. Вот они, созвездия, ставь метки. Пал забираю вот этот. Приготовьтесь. Куда? Взорвали звезду. Какую звезду? Короче, поехали. Пробуем. Да сука. Падайте. Как хан? Да мы просто разбили быстро. Две звезды вместе взорвали еще. Я делаю то, что должен. Ну, короче, это слезы уже не сделаем, так что давайте делать. Ну что, хоть Машу сделаем. Маша тут.